Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Мы все-таки дошли до сюда. Да. Вот. Да. То есть не просто его там, да? Очень жалко, что нельзя запах передать. Пахнет здесь просто невероятно. Не знаю, в какую сторону пойти, везде очень много людей. Хочу вам показать один забавный тюльпан. Вот тут, кстати, девушка рисует. А мне порисовать не удалось. Мне сказали, что с водой рисовать нельзя. Можно только с вотербрашем. Смотрите, тюльпан милота. Так выглядит счастливая Россия. До 13 марта, по-моему. Здесь уже многие тюльпаны отцвели, но тем не менее очень красиво. Кто не был, сходите обязательно. И гиацинты, смотрите, здесь море гиацинтов. Да? Тут девчонки смотрят, кто-то не может попасть.
виды, чтобы как поле, как будто очень красиво смотрится. Здорово, да? Вообще невероятная красота. Вон там еще с кустиками. Вообще классно смотрится. На следующий этаж. Просто сейчас народ будет. Надо вот это сфотографировать, тюльпан милота. Фото. Милота. Какие классные фотографии слева. Какие? Вон там целый, видишь? Да. Поле целое. Они все красивые. Мне нарциссы не нравятся. А мне нравятся. Нарциссы так пахнут классно. У меня есть 7 зрителей, стойкие солдаты. Здесь надо быть, конечно. Телефон не передает вообще всей красоты, ароматов, буйства красок. Поэтому приходите, обязательно приходите. У вас еще есть 2 дня. Очень красиво. Наверное, стоит сказать, что днем тут еще очередь нормальная. Да. И здесь очень грязно. Приходите в резиновых сапогах. Потому что пока дойдете до цветов, будете как хрюшки. Ну да, там на улице грязно. Все, я отключаюсь. Всем хорошей пятницы. Пока-пока.